За зиму вот эти мои красавчики получали мало влаги. Почему? Ну, суккуленты не любят много влаги. И можно навредить. У меня есть сюжет про вот это растение, сансевьерия, видите, щучий хвост. И получила недавно вопрос. Вы нарезали черенки, что с ними стало дальше? Ну вот хочу ответить. Все хорошо, растение выросло. Я сделала общую композицию. Здесь три разновидности сансевьерий. Но возвращаюсь к поливу. Если зимой поливать обильно, могут загнить. Но и пересушивать тоже нельзя. Поэтому вот сейчас стоит полить, потому что... Видите, грунт сухой. А после полива они начнут оживать. Есть у меня еще суккуленты. Вот здесь вот тоже композиция, посмотрите, не хочется вытаскивать. И тоже из тех же черенков, чтобы показать, что реально можно вырастить сансевьерию из черенков. Все мои сансевьерии хорошо себя чувствуют, но не перелиты. Видите, вот новые листочки растут. Все с ними в порядке. Зима – время, когда кажется, что им так нужна вода. Нет, старайтесь не переливать. И растение вас отблагодарит.